Всем привет! У нас сегодня будет электропоезд ЕН-57. Будем ставить декодер. Всем приятного просмотра! Всем привет! Мы сегодня будем ставить декодер в этот прекрасную электричку, электропоезд ЕН-57. Ну, сначала я покажу, как она на аналогом ездит, не очень удачно. Как говорится, там свет не горит. Почти. А с декодером мы все это посмотрим. Сейчас я ее достану, покажу вам, как на аналоге она ездит, а потом будем ставить декодер. Ну вот я ее поставил. Сейчас будем проверять. Это на аналоге. Вот свет, видите, моргает. А теперь загорелся. Моргает свет. Это вот на аналоге. Вот это она у нас на аналоге была. Сейчас я поставлю декодер, естественно, я покажу, как буду ставить. И покатаем уже на цифре. Так, вот по этой коробочке у меня пришла на этой неделе посылочка от фирмы. Это модели Депо. Я заказывал декодеры там. Вот я уже распаковал. Сейчас вам покажу, что здесь они лежат. Вот, заказывал я модель Депо. Хорошо упаковано. Просто великолепно. Так, что это у нас? Это у нас М62. Я заказал еще. У меня есть М62, новая пиковская. Будет в следующем видео. А вот он, декодер. 22 пина. Вот она. ЕН-57. Вот мы его сейчас будем устанавливать, этот декодер. И посмотрим, как все у нас будет работать. Говорю, обращайтесь в модель Депо. Они всегда рады будут. И помогут вам. Запишут декодеры. Модели есть у них. Обращайтесь. Модель Депо. Ну, а мы приступаем ставить декодер. Ну, вот я все подготовил. Естественно, фирменная отвертка. Я вскрывал его. Это тоже мне отвертку подарили. В том году на Новый год. Вернее, на этот Новый год. И вот схема. Сейчас мы поставим декодер. Я уже раскрутил. Сейчас мы вскроем корпус и будем ставить декодер. Ну вот я разобрал. Сейчас мы заглушку вытащим вот эту. Поставим декодер. Вот пенал специально для динамика. Поставим динамик. И вот сюда два проводочка припаяем. И все. Вот так вот все это выглядит изнутри. Ставлю я и потом сниму. Ну вот я поставил декодер. Вот он стоит. И поставил я динамик и припаял. Вот так все это выглядит. Прекрасно. Сейчас соберу и будем катать, проверять, как это все будет смотреться. Все, я приступаю к сборке корпуса. Вот он у меня. И покатаем. Ну вот, я собрал ее, поставил. Еще не пробовал. Включаем. Нажимаем. Свет загорелся. Можем посмотреть. О, красный горит. И спереди горит. Приборный тоже горит, когда по ходу. Я смотрю. А теперь проверяем звук.
Есть. Так, что тут у нас? Вот, звук включили. Есть. Пятый свет, оказывается, загорается. Вот он. Загорелся в салоне свет. Прикольно. О, завелась. Ну что, поехали. Здесь табличка еще отдельно. О. Вот так вот прикольно. Смотрите, как свет загорается. Мне нравится, как свет загорается. Тюн-тюн-тюн-тюн. Хопа, и загорелся. Ну все, декодер стоит. Кому интересно, модель депо, декодеры. Вот, на этом все. Всем спасибо, кто посмотрел. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите сообщения, по возможности я отвечу. Всем спасибо, всем пока.